Нижегородская «Торпедо» начинает свою предновогоднюю домашнюю серию матчей в континентальной хоккейной лиге. Команда под руководством Дэвида Немировски проведет на льду КРК «Нагорный» три матча с казахстанским «Барысом», Сочи и рижским «Динамо». Начнет «Торпедо» с командой из Нур-Султана. Это битва соседей по турнирной таблице Восточной конференции и прямых конкурентов. Да еще и с неплохой историей противостояния. Достаточно вспомнить первый раунд Кубка Гагарина 2019 года, где дошло до седьмого матча. В этом сезоне соперники уже пересекались, причем совсем недавно. 11 декабря в Нур-Султане нижегородцы выиграли со счетом 3-2. Абсолютно по делу. Быстро забросили три шайбы, потом позволили хозяевам реализовать лишнего и вернуться в дело. Но в концовке выстояли. Борис тоже сейчас хорош. Долго приходил в себя после смены тренера. К концу осени разогнался. 6 побед в 7 последних играх. Так что сегодня нас ждет огненное противостояние на льду КРК «Нагорный». Прямую трансляцию матча «Торпедо-Борис» смотрите в эфире ННТВ в 19:00. А по завершению игры смотрите программу «После матча», где наши эксперты разберут игру нижегородского «Торпедо».